Здравствуйте, я к вам пришел очень поздно, да, знаю, у всех уже остается, ну, у кого-то уже наступил Новый год, у кого-то скоро наступит, в общем, хочу сказать. Нютик, мать твою, ну-ка брось отсюда. Всем привет. Привет. Здравствуйте, господи, наконец-то я смогу с вами поговорить. И вы, кстати, увидите лицо того безобразника, который снимает раз в 5 лет видосики. Да. Вот так вот выглядит этот безобразник, этот бессовестный человек. Ребят, сегодня уже 31 декабря, а это означает сегодня будут салатики, мандаринки, шампанское, чаёчек с рулетиком. И снежок, я надеюсь. Снежок уже у вас со всех купу, да? У меня, например, метель там. В общем, ребят, этот год был тяжелым, трудным. Поэтому берем все плохое и выкидываем нафиг. В новом 2022 году я вам желаю хорошего настроения, терпения, нервишек, найти самих себе, отыскать то, что вам нравится, потому что я думаю, еще многие из вас в поиске. И то, что начали довести до совершенства, получить от этого удовольствие. И пусть все ваши заветные мечты сбудутся. Неважно, что это там, это куча денег, какой-нибудь папик, чтобы я больше роликов пилила. Я думаю, это все исполнится, честно. Честно, я вам клянусь. Медвежатки мои. Господи, я не могу нормально сформулировать ничего такого адекватного, потому что я, во-первых, очень рада, у меня новогоднее настроение, и душой я уже где-то на улице катаю третьего снеговика за этот день. Поэтому я желаю вам оторваться, отдохнуть, повеселиться, поздравить всех с Новым годом, с наступающим новым 22-м годом. Всем вам счастливого Рождества. Пусть удача, здоровье будут присущи вам и вашим близким. Пусть у вас все будет хорошо на личном фронте, чтобы у вас были хорошие друзья. Это все невзгоды, все проблемы, пусть они, ну, приуменьшатся. А может, вообще уйдут куда-нибудь подальше. Просто, если что, это укажите им на дверь. Ну и... с наступающим вас!